Здравствуйте, мои зрители и подписчики. Сегодня мне принесли вот такие беспроводные наушнички. Наушники работают. А вот это все устройство попало в воду. Случайно, как сказали. Вода уже вылилась с него. Попробуем его посмотреть. Его смотрите, наушники не работают. То есть теперь они не коннектятся и не работают. Попробуем их открыть и достать. Это я разбираю первый раз. Ну, начнем, как всегда, с карточки. Вот так. Оп. Пошло. Так, видим, что все-таки разбирается, щелкает. Вот крышечка. Я так понимаю, что здесь магнит стоит. Нет. Открыть можно. Так. Смотрим, что, опа, все нормально. Вот устройство. Воды уже нету, она вылилась, подсохла. Так, берем крестообразную отверточку, вижу 4 шурупика, и открутим. Отключать пока месть зарядки не будем. Так, минуточку, это можно походу достать каким-то образом. Опа, крышечка, видите, как снимается легко и просто. Казалось, так надо это все теперь складывать аккуратно. Все детали супер мелкие. Опа, точно магнит. Не знаю, что там найду, но я так понимаю, что все дело с аккумулятором. Где он там подключается, не вижу. Это понимаю, что где-то вот в этих контактах. А вот плюс и минус, если видите, идут сюда. Сейчас мы включим тестер и проверим его. Мы можем уже его раскрутить и достать. Сутки прошло, как его окунули в воду. Все достается. С обратной стороны как бы ничего нету. Ага, вот плюс и минус. С аккумулятора может попасть вот сюда вода. Вот эту пленочку защитную. Ну, сейчас включим тестер. И померяем, что у нас покажет аккумулятор. Так. Вот это плюс, а вот это минус. Три и два вольта. Аккумулятор живой, то есть как бы не закороченный. Сейчас попробуем к нему подключиться и посмотрим. Так, зарядное устройство наше. Так, 1,1 ватт, зарядка пошла. Индикатор, конечно, не светится.
Еще раз попробуем. Измерить 3,6. Так, аккумулятор начал заряжаться. Ну и ваттметр у меня показывает 1 ватт. Чтобы заработало устройство, его аккумулятор нужно зарядить до 4,2 вольт. То есть, похоже, ремонт у меня выйдет как бы простой. Чтобы я, конечно, заменил этот аккумулятор. Так, попробую найти дату изготовления всего этого устройства. Ну что, 2010 год, 14 лет, что ли? Вот ошибка, 19 год, наверное. Да, 2019 год, устройству 5 лет. Но аккумулятор, если использовали часто, уже может быть и выше. Аккумулятора такого у меня, к сожалению, нету. Сейчас проведем профилактику всего лишь навсего. Как бы все сухое. Нигде ничего нету. Лампочка еще, видите, не зажглась. Это говорит о том, что там еще даже 3,7 вольт нету. Попробуем еще раз замерить. Ну, уже 3,7 вольта есть. Светодиод еще не светится, наверное, в районе 4 вольт будет. Так, 1,1 ватта. Аккумулятор, видите, набирает, если я надеюсь, вы видите, набирает мощность свою, уже 3,70, почти 5 вольта, было 3,2. Я думаю, что он все-таки восстановится. Все сухо, разобрался как бы легко и просто. Принимайте опыт ремонтировать здесь. Я даже не знаю, что кроме аккумулятора. Найдем тип аккумулятора. Где-то он подписан, если что. Предложим поменять. Но это несколько дней. Короче, этот ролик о том, как разобрать беспроводное новое устройство для наушников. Видите, все оказалось легко и просто с помощью карточки пластиковой. Даже не понадобились отверточки. Так, процесс идет. Ну, я вам больше и показывать ничего не буду. Вся профилактика заключается в том, что устройство уже 5 лет. Затопили аккумулятор еще. Наверное, водой закоротило, но он полностью не разрядился. Вода ушла, высохла. И все запустилось. Я не знаю, чего не моргает. Может, нужно просто подключить наушники. Зарядка. Ну, аккумулятор заряжается. Все, всем спасибо за внимание. Маленький ролик о ремонте беспроводных наушников.